Так, мы ничего с вами не пропустили. Ножи. Ничего важного, хотел сказать. Ножи у нас выиграли команда. Команда. Так, ножи, лайф, последняя игра. Да. Это последняя игра на сегодня, повторюсь. Как же вас. А, БТТХ выиграли ножи. Решили не сыграть за сторону защиты. Поехали. Наконец-таки. Дошли мы сегодня до конца. Спасибо, кто сегодня висел на стриме весь день. Вы очень помогли мне морально, то что не оставили меня одного стримить тут в соло для самого себя. Я очень вам рад. Я вообще рад народу, когда есть на стриме 8 человек, 10, 20, все равно. Главное, чтобы были, главное, чтобы был для кого вести трансляцию. Итак, пистолетка Future будет в упоре принимать наглых террористов, которые посмеют ступить на его половину. Снова перестреливаются с Гостом. Гост очень хорошо себя показал на карте Инферн. Ох, все, пошла у меня уже жара. Гост хороший хедшот в Т-шке. Также Дилдон открывает длину. И остается только занять позиции. БТХ играет с Immortal Lions, если кто не знает. Ребята сегодня уже были на трансляции, уже играли. Друг против друга, это у них первая карта. Ясно, понятно. Ну и Upland остается открытым. Эвакор играет на просвете. КГ будет принимать выходящих на Upland. С 5-7 он не справляется с стрельбой. Спускает он Upland двоих противников. Все-таки ставит хороший хэдшот Руди. Тут же релакс разменивает его КГ. Сделал все, что мог. Фьюча, хороший хэдшот по Дэвил Джону, остается один релакс, стреляется он с выходящим. У него Фьюча, Ивакор сменяет его, но красный, вряд ли он поможет своему тиммейту. Подсадочку неплохо было бы сделать, но на время очень-очень хорошо сыграли. А Immortal Lions дождались все-таки, пока закончится время. Релакс, наверное, даже и не заметил этого. То, что у него не хватает просто времени ставить бомбу. И первые... Первый раунд уходит для команды Immortal в копилку. Что по девайсам? У Леона Фьюч играет с Вамасом. По 92 Бизона и дробовик у Гаста. И полнейший слив у БТТХ. Господи, КГ. Я думал, он сейчас немножко откинется на Зиги, но все-таки справился с стрельбой. Тут же заметил еще релакса. Ивакор убивает в банке. Нет, Авакор. Где же у нас пил Авакор противника? Да, в банке он убивает. Еще одного. И Руди. 7 хоповый Руди убегает под Б-плент. Все, закрыли нас наконец дверь. Холодрыжества больше у нас не будет. И последний сливной раунд у команды Immortal Lions. А, вот так даже. Ну да, все правильно. Immortal Lions сейчас слили. А, нет, почему? Стоп, 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 стоп. Стоять бояться. Мне дали права на Гоха ТВ стримить. Химера дал. Да, мне только что написали в личку. То, что я могу стримить на Гоха ТВ. Теперь я здорово, классно буду это делать. Стримить Heroes of the Storm. Если кому интересно, можете подключаться, я скину после трансляции ссылку.
Гост зарашил под Бенни, говорит, что никого нету. Находит Сноу, который выловил тайминг такой неплохой, когда прыгал Гост, и тут же его наказали. Ну и перемещение по карте. Фьючер говорит, что выхода нету, и Эвакор принимает в упор выходящих, тут же получает в голову. Ох-ох-ох, вот этот размен по ХП. Неплохой зеншот вовремя выходит на мидл, отстреливает одного. КГ все-таки доигрался. Фьючер должен сейчас видеть то, что выходит на его мид. Дробовиком выходил у него снова, тут же размен. 2 в 2, и есть шансы львам сейчас взять эко-раунд. Это было бы для их экономики довольно-таки неплохо. Эвакор играет в банке. Зеншот должен читать игру, должен понимать то, что на Б плент сейчас будет выход. Поднимает он зажигательную гранату. И ставится бомба. И у нас опять зависает сервер. Грусть, печаль. Грусть, печаль. Опять у нас зависает сервер. Ну, ждем. Это у нас не первый раз, поэтому я уже привык. И у нас... Так. Так, немножечко мне надо почитать информацию нужную для меня, важную для меня. Пу-пу-ру-пу-пум. Пока все зависит. Эвакор далеко, очень, очень далеко. 12 хп у него. Пока он добежит до своего тиммейта, бой довольно-таки долго. Так, продолжается у нас игра. Так, все у меня включено, да. Продолжается игра. Все-таки взял раунд Эвакор вместе с зеншотом. И первый девайсный раунд. Первый девайсный раунд для обеих команд. И это будет решаться, как же продолжится игра в дальнейшем. Возьмут ли Леоны первый... Первый такой боевой раунд, чтобы продолжить наращивать преимущество. Или же БТТХ отстоят свое преимущество и начнут его набирать в дальнейшем. Кустарник, хорошая игра с ВП. Отстрелил КГ. Открывают они уже зигзаг. Эвакор играет на просвете. Ну и тут же отошли. Леон играет очень сивого. Сделали минус, не поломились. Правильно сделали, отошли назад. И Гаста тут же отстреливает на Б-планте. Открывает он эту точку. Стоял он там один. Фьючи пришел ему на хелпу. Хороший молотов под снова. Фьючи минус.
Снова. И Эвакор. Ой-ой-ой, как он выпрыгивает-то, кустарник. Хорошая реакция. В прыжке убивает Эвакора, открывается апленд. Релакс должен убивать, да, убивает он зеншоты. Остается один фьючи. В медле ставится бомба. Хотел сказать, что ему надо просто пожить, но ставится все-таки бомба. 1 в 3. Шансы есть. Диффуза есть, броня есть. ХП 88. Вполне достаточно, чтобы сделать клатч раунд. Релакс. Человек хороший хэдшот релаксует. Тут же кустарник отстреливает выходящего фьюча. И первый раунд берут львы. Первый раунд для Леонов. Гост берет АВП. Кстати, надо посмотреть, как он играет с АВП. На Мираже он затащил раунд 1-2. Очень красивый раунд был. Убивает он кустарника. Ой-ой-ой, кустарник сыграл не очень хорошо. Сделал выстрел, но не ушел вовремя. И Гост тут же его за это наказал. Кладется смог в банку. И команда Mortal с первых же секунд остается в меньшинстве. Растянули сильно на медле. Фьюч играет в упоре. И Руди ждет поджима с Б. Вот так играет команда. То есть вот дальше этой черты они особо не выходят. Дальше вот, вот так вот. Дальше. Стой, ну... Стой, не выходи. Фу, тебе сюда нельзя, стой здесь. И КГ играет на интересной позиции. Тут же его зачекал снова. Сыграться ОП. Хороший хэдшот. Ой, хэдшот. Хороший минус по КГ. Пошла флешка. Не дают быстро выйти. Но и снова не собирался. Перетяжка в мид. Играет сейчас в мид. Го! Стрелизует свой ОВП. Почти попал по Руди. Стреляет он все-таки за мясной ящик. Но Руди вовремя уходит с этой опасной точки. И пока что БТТХ. Держит какое-то преимущество в этом раунде. В одного игрока. Эвакор. Хороший минус по релаксу. Дэвид Джонс пытается попасть по прыгающему Эвакору, а тот удобно стоит для него, и четвертый раунд для БТТХ. Отдали они один, тут же реализовали следующий. Гост хорошо стрелял на респе кустарника, и это дало ход раунду. Гост. И это у меня автодиректор переключил Госта, который стрелялся с кем-то на... Просто на респе. Кустарник у нас пробегал по респу. Ну и эко-раунд. Вместе играют Леоны. Правильно, никуда не рашат. Эко-раунд все-таки не такой уж и для отдачи. Все-таки свои плюсы можно из этого выжить. Например, убить АВП, как сейчас сделал это снова. Все просто, никуда рашить не надо. Пистолеты есть, значит, есть чего стрелять. Ну и аккуратно их доигрывают свою ситуацию. Все-таки в плюсе пока что имморталы. В таком, как бы сказать, условном, но в плюсе. Зеншот минус Дэвил Джон. Оставляет красным также снова. Хорошая гранатная зик, но там никого сейчас не подорвал. Ну и Зеншот разбирается с выходящим с банки. Должен уже дострелять этого кустарника, который вплел корни уже в банку. Убивает наконец-таки. И Руди остался один. Бедный Руди. Бедный Руди. Давайте, остался на зиге, я вам даже подсказываю. Да, минус Руди, пятый раунд для БТТХ. Тоже. Кривой молотов немножко от зеншота. Ну и в медле фьюч играет в упоре.
ждет он выходящих на него противников. СВП играет снова вместе с кустарником. Фьючер должен убивать. Да, убивает он снова. Кустарник играет на девятке. Попадает он. А, нет. Играл в банке. Кустарник неудачно сыграл по зэшоту. Попадает ему в ногу. И зэшот не дает ему достать дополнительное оружие. Убивая. И вроде вместе с Дэвил Джоном. Вдвоем будут разгребать то, что получилось. Фьючер играет очень хорошо. Поджимает мид, убивает Дэвил Джона в зиге. И остался один Руди. Опять Руди один. Опять один. Один против всего мира. Ох. Гост не дает Руди засейвить Акана респе. И это шестой раунд для БТТХ. Ну что, опять эко у команды Immortal Leons. Снова им нужно набирать где-то деньги. 5к есть у Руди. Но этого недостаточно. На всю команду не напасешься оружием. И пошла скидка на длину. Энкор и Зеншот будут принимать этот выход. Хорошая игра. Эвакор минус 2 с АВП. Одной пулькой. Не попадает по выходящему нему еще одного игрока. Длина открывается. И тут же из Б-плента перебегает хелпа. И разворот, скорее всего, будет от команды Immortal. Нет, они дальше продвигаются. Подобрал снова АВП, пытается настрелить по КГ. Как-то интересно он стреляет, вроде. Видит. Да, делает минус по КГ. Слишком долго засиделся там противник. Промахивается по ГАСТу. Но все-таки дотычковали этого парня. И Фьюча с АВП против двух противников. Попадает к прыгающему кустарнику. И снова хороший размен. И второй раунд для Immortal Leons. Довольно-таки неплохо сейчас разыграли эко. Открылись под размен. Сделал два минуса с одной пульки. Эвакор, но это не помогло его команде взять раунд. Очень хорошо разыграли Леоны этот АВП. Кустарник острелил стоящего на А-пленте КТшника. И дальше уже пошла череда ошибок от его тиммейтов. Пошла скидка на длину. В яме белый зеншот. Есть по нему инфа. Контрит его выход. И на длине в смоку Эвакор будет ловить загулявших террористов. Кладется еще один смок ему. А тиммейт релакс. Стрельба в смоку. Как не попадает спреем? Я не понимаю, как он еще живет. Эвакор, 7 хп. Я не могу понять, как его не убили сейчас. Вдвоем спрейли в смок. Один его даже видел со ступенек, не мог убить противника. Что произошло сейчас, я не понимаю. И все-таки рандомно он умирает. Когда в него стреляют спреем, он живет. Когда парня шьют смок рандомно, он падает. Это какой-то трэш. И 3 в 3 ситуация. Двое на длине. Один в медле. Релакс делает минус. Тут же КГ в спину зашел своему тиммейту. Фьюча делает минус. И остается один релакс. Красный на длине. Пошел Молотов. 13 хп. Зачекаю его. Фьюча должен убивать. Но нет. Все-таки релакс. Вовремя привел прицел. Убивает Фьюча. И один в один. Ставится бомба. Очень мало хп у КГ. Точнее, у релакса. И КГ должен делать минус. Да, он это делает и берет 7-й раунд для своей команды. Ух. Поборолся КГ сейчас. Сделал минус 4 за раунд. Я только сейчас увидел. О, это прям боец. Боец невидимого фронта. КГ. И у нас опять зависает сервер. Это стало уже привычно. Все-таки вот, у меня минируется бомба. И как не берет раунд, я не могу понять, почему. Мне кажется, это уже из-за того, что лаги сервом, берется раунд у Леонов. Ну, должна сейчас ставиться пауза и должны быть какие-то разборки, потому что, ну, как-то нехорошо получилось. БТТХ брали 7-й раунд, а тут лаги сервом и просто не успел раздефузить КГ бомбу. Очень неприятный момент. И закуп команды Immortal Leons, хотя его, в принципе, не должно было быть. Кустарник делает минус по зеншоту. И под банкой будет встречать инкор всю эту капшу. Минус P5-7 в упор. Очень мощное оружие в упоре это.
Ну, кустарник ждет с АВП, выходящего противника под флешку. Зафлешил своего АВП, но все-таки убивает он Эвакора. Дожал. И фьюча. Заходит смог. Его там не ждут. Потерялся просто парень смоку. Зато ГОС делает хороший минус с нижней Т-шки. Ну и 2 в 3 есть девайсы у БТТХ. Фьюча заходит в спину. Джон ставит бомбу. Кустарник перестреливается с ОП. ГОСТ. Хорошее попадание по кустарнику. Остался один Дейл Джон против троих противников. Нужно как-то защищать свою бомбу. Делает минус. ГОСТ очень хороший тайминг словил. 1 в 2. Но с просвета КГ его настреливает. И надеюсь, на этот раз ребята успеют раздефузить бомбу без каких-то сюрпризов. Ну и закуп у БДТХ. Эко у команды Mortal Leons. Хорошая граната от ГОСТа. Подрывает он всю бригаду, почти всю бригаду на Б-планете в Т-шке. Ну и ребятам нужно что-то придумывать. Mortal Leons пойти сливаться или как-то опять закрысить, сыграть аккуратнее и попробовать сделать минус. Фьюча, хороший хэдшот при Лаксу. Трое остается в живых у команды Mortal Leons и... Ребята уходят смотреть спину всей толпой. Ну и снова падает. Остался Руди и Дэвил Джон. Руди также не преминул умереть вслед за своими тиммейтами. Остался один Дэвил Джон, где-то живой, с глоком. Под банком пытается его настрелять по зенжоту. Но это у него получается с переменным успехом. Сносит он ему пол ТП. И ГОСТ накрывает его с Т-респа. 8-3. БТТХ должны сейчас на самом деле вести уже 9-2. Но из-за неприятных лагов сервом они потеряли один раунд. Но им это не мешает набирать раунды дальше. ГОСТ, как мы видим, играет не с АВП. Играет он с кольтом. Хотя я привык видеть уже его как с АВП, как авайпера команды. Ну и видим то, что очень плохой бай у команды Львов. У Львов очень плохой бай. 2 бизона, 3 калаша. И одна граната на всех. Пытается Эвакор стрелять в дым кого-то. Хорошая граната. Дэвил Джон вовремя отходит. Молотов Зигу. И раскидка. Череда раскидок. На Зиге засела вся команда Леонов. Один под банкой играет Джон. И в Т-шке играет снова с Бизоном. Война какая-то у нас на Зиге. КГ очень хорошо играет с респа. Точнее, с плента. Делает минус на Зиге. Ну и пошла перетяжка в мид. Фьюча контрит выход. Но тут же его разменивает Джон. Хороший минус на длине. Должен сейчас видеть Эвакора. Перед смертью он это успел сделать, да. Перед смертью он успел видеть. ГОСТ будет принимать выход 1 в 2 на Б-пленте. Играет до контакта, не вылазит. Спрейт по релаксу, не успел, попадает все-таки, делает второй минус, хороший по Руди, попадает в голову, и 9-й раунд для БТТХ. Ну, один калаш на всю команду решили взять Immortal Leons. Релакс играет с АК, со второй броней. Не знаю, зачем это сделано. Какой-то сюрприз, что ли, или... Ну, в общем, непонятно мне эти действия. Второй армор и калаш на одного человека, все остальные эко
Непонятно. И Гост воюет в тэшке, минус релакс, минус как раз таки тот самый АК. Делает второй минус. Бомба упала, АК лежит. Ничего хорошего для команды Immortal Lions это не предвещает. Остается один Дэйл Джон Зиге. Также падает. 10-й раунд для команды БТТХ. Фух, так. Если у нас кто в чатике? В чатике у нас... Да, это прямая трансляция. Если кому интересно, да, ребята, это прямая трансляция. Пока что еще никто не выиграл. Играется БТТХ и Immortal Lions. Последняя на сегодня. Завтра плей-офф. Интересная флешка на длину. Ну и что же, ну и что же. Везде смоки. Аж три смока были сейчас на медле. КГ. Встретится он с релаксом. Сети. КГ. Хорошая игра на медле. Минус релакс. И уже пытается КГ как-то выровнять ситуацию. До сих пор они в меньшинстве. Очень долго Immortal Lions думает. Эти львы какие-то. Ни разу не львы, а маленькие кошки, которые поджали хвосты и ждут кого-то. Кого они ждут? У них преимущество было в два игрока. И как-то они ни выход, ни на мидл, никуда они не хотят делать. Попадает Авакор аж по двоим. Нет, по Дэвил Джону попадает, остается ему 7 хп. Отстреливает Авакор также кустарник. Хороший стрельба Авакора. Минус 3 от Авакора с АВП. И это победа в этом раунде для БТТХ. И последний раунд команда Immortal Lions будет играть без денег. Последний раунд первой половины, подсказывает нам игра. И пока что железобетонная защита у БТТХ. Снова и Руди остались вдвоем. Меня тут немножко отвлекли, поэтому Руди остался один против всех. Стреливает хорошо с КГ. Последний раунд все-таки падает в копилку БТТХ. Да, хорошо себя показали в защите команда БТТХ. И львам надо показать настоящих львов, чтобы... как-то начать набирать раунды. Три раунда за атаку это, мягко скажем, маловато. Ну и дефолтная зигзаг плюс длина будет, скорее всего, от БТТХ. Кустарник уже на изготовке. Нет, решили, ребята, зарашить под банкой. Минус КГ. Кустарник просто стоял и... на автоатаке, если так можно сказать, делал свои фраги, сделал минус 2, оставил гаста красным. Ну и флешки хорошие пошли через просвет. Ой-ой-ой, какой пуш от команды Леонов. Ну и последний остается Гост. Четвертый раунд для Immortal Lions. Все-таки они берут пистолетный. Ну да, все-таки борьба у нас намечается. Борьба намечается. И не делает БТТХ закуп. Могли они сейчас взять броню, взять пистолеты и как-то разыграть. Но берут фармганы Immortal Lions и будут отстреливать бесплатно команду БТТХ. То есть борьбы от БТТХ не будет, поэтому игру бесплатно. С
бизона пытается сейчас Дэвил Джонна стрелять. За шота без проблем. Как я говорил, особых проблем не было у команды Immortal Lions при отстреле противников. Ну и последняя эко, после которого будет уже настоящая интересная игра. Убеждаю я людей, то, что у нас прямая трансляция, а не запись. Мне до сих пор не верят. Сколько сижу, а думаю, что это запись. Да, очень мило. Ну и Медли Рудис по 90. Вместе с релаксом настреливает противников. Остается 1 КГ. Под Т-шкой. Ну и снова заканчивает мучение этого парня. Ну и первый девайсный. Эвакор берет АВП. И от него зависит очень многое. Если он сейчас отыграет, как сыграл за КТ, то это будет быстрая игра для команды БТТХ. Если же трудности, то игра затянется еще на неопределенный период. Видим то, что команда растянулась по всей карте. И надо что-то придумывать БТТХ, если они хотят выиграть. Дэвил Джон не справился со стрельбой. КГ открывает зигзаг. Остается красным, но точка занята. Фьюч играет на поджиме. Ждет кого-то. И зеншот выходит из банки. Я говорю, выходит из банки. Парень, там никого нету. Я тебе отвечаю. Вот смотри. Здесь никого. Здесь никого. Здесь никого. Ну. Давай, давай, давай. Не бойся. Вот, вот. Вот прям как ребенок. Вот, ей-богу. Снова играет хорошо под Б. Отстрелил он фьючи, который был закрывающим. Руди не поменял девайса. Но и тут же это платился. Вакор! Что делает? Второй минус. Очень хорошо сейчас сыграл по позиции. Отстрелил префайром выходящего. И почему-то ребята решили сыграть раздельно. Но все-таки берут этот раунд. Берут раунд БТТХ. И Вакор отыграл. Отыграл свой девайс. Полностью его реализовал. Сделал два минуса решающих. И оставалось только делом техники отстрелить последнего сидящего на Б человечка. Эвакор не попадает по куст... А, это не кустарник. Я просто привык, потому что играет кустарник с АВП. Не попадает он по основе. И будет открываться длина. Зеншот уже проходит за синий. А там кустарник. Кустарник пустил корни в яме. И будет играть на приеме с ямы. И смотрите, как интересно стоит зеншот. Будет они сейчас друг друга смотреть. А зеншот даже не зачекал его. Боже мой, вот это ошибка. Вот это ошибка от зеншота. Даже не посмотрел дефолтную позицию. И это стоило его команде раунда. КГ с гастом попытается что-то сделать, но... Хороший хедшот по Дэвил Джону. Бомба есть у КГ. 2 в 4. И шансы большие. На самом деле у БТТХ. Один красный релакс. Кустарник 46 хп. Также 43 основы. И только сотый Руди. КГ. Покажет нам класс Клатчмастер. Или же... Это седьмой раунд для Леонов. Не попадает КГ по бегущему Руди в спину. И это большой косяк от него. Были шансы у него, но после такого промаха было сложно настроиться на победу в этом раунде. Не справился он со стрельбой. И все-таки львы борются, цепляются за последние ниточки.
который предоставляет им соперники. Юча, выходящий, выходит на релакс. Релакс, минус 3. Убивает Тека. Убивает еще одного и просит, наверное, дайте мне эйс. Побежал релакс за последним фрагом. И не дает ему КГ это сделать. КГ убивает релакса. Но и Руди доделал дело своего тиммейта. 13-8. Львы. И правда львы включили наконец-то свою игру. Как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет. И вот пока что вспомнили они об этом. То, что они на самом деле львы, и пора им как-то пытаться себя показать. Под банкой трутся четверо террористов. Ну и снова играет сейчас главную роль в своей команде. Не попадает он по-стоящему напротив него противнику. И за бочками спрятался, кстати. Кто это у нас? Кто у нас спрятался за бочками? Зеншот, нет. Это Фьюча спрятался за бочками. Ну и выход по длину. Выход по длину, смоки положили. Ну и Дэвил Джоу на дальнем расстоянии хорошо играет Сэмки. А, нет, это он играл с Зигея. Хороший грант от Гаста, тут же разменял своего тиммейта. Очень хорошо тайминг словил. И убивает. Кустарник делает уже второй минус на СВП на длине и не дает ребятам занять до конца эту позицию ГОСТ. ГОСТ воюет, по-моему, все время за своих. Никто не хочет им помогать. Разминулись только что дважды релакс и ГОСТ. Какой выстрел делает ГОСТ! Убивает релакса и 2 в 2 ситуация. Ничего не предвещало беды для имморталов. Но ставится бомба. Есть АВП у ГОСТа. И этот парень знает, как выигрывать раунды, когда очень сложно. Эвакор помогает своему тиммейту. Вот эти два человека, которые играют за свою команду. То есть решают за своих тиммейтов. И спрей неудачный от Эвакора. Остается красным кустарник. 12 хп ему остается. Но диффузится бомба. Или опять это косяк серва. А, но это походу в ответку. Нет, все-таки диффузится бомба. Или не диффузится. Да, все, диффузится бомба. И 9 раунд Immortal Leon все-таки берут. Немножко не хватило совсем Гасту с Эвакором, чтобы взять этот раунд. Эвакор не справился со спреем. Не хватило ему всего лишь одного патрона до 14 раунда. И вот. Все-таки бывает такое, то что один какой-то патрон решил ход этого раунда. Хорошая граната от снова. Не попадает, правда, он немножко куда хотел. Кустарник вместе с Дилджоном отстреливает по карте своих противников. Там же Эко и Зеншот по-македонски собирается пострелять сегодня. Но не попадает в релакса. 13-10. И Леоны, бессмертные львы эти, решили все-таки вспомнить, что они львы. Вот на самом деле. Закомбэчили. Немножко закомбэчили они после проигранной стороны за атаку. И показывают то, что не собираются так просто сдаваться. Кустарник, хорошая игра на длине. Стреливает, хотел сказать, я стреляю второго, но Фьюча все-таки забирает его в голову. И тут же перетяжка под Б-плент, под А-плент точнее. Ну, вот лучше бы они переместили сейчас под Б, оставили одного закрывающего, чтобы было видно. Обычно, если игроки выходят на длину, то они оставляют одного или здесь, который контрит выход на зигзаг. Но ребята всей толпой остались под длиной. Заняли ее, и дальше уже львы закидали флешками, смоками, остановили этот раш на длину. Ну и нельзя долго засиживаться. БТТХ. Нельзя вам тут сидеть долго, люди. Перемещайтесь уже куда-нибудь по карте. Надо как-то обманывать противников. Думать мозгами, заставлять их. Руди стоит в очень неудобной позиции, но в спину должен еще получать пару пуль. Заметил Фьюча этого
этого Руди. А этот парень смотрит на мид, когда у него проходит по длине тиммейты. Изуншот хороший ставит пачку. Эвакор, второй минус. И это 14 раунд для БТТХ. Эвакор, который раз уже демонстрирует хорошую игру со снайперской винтовки, которая приносит его команде трудовой раунд. Кто у нас MVP матча, кстати? MVP матч Кустарник, точнее, своей команды, и в команде БТТХ это MVP Гост. Но все-таки вместе с Эвакором они настреливают. Очень неплохо, мало фрагов по сравнению с другими у Эвакора, не считая зеншота, но он делает решающие фраги. Как говорится, когда надо, парень подключается и начинает уже дави нави и так далее. 14 раунд для БТТХ. С большим трудом, с огромнейшим трудом они это делают, но все-таки берут раунды. Ну и дуэль АВП Кустарник против Эвакора. Будет он Эвакор открывать длину. А Кустарник как раз таки отфлешенный убегает на рекламу. Фьюча должен сейчас законтрить выход Авика. И Кустарник рашит с АВП. Тратит выстрел, но Фьюча решил не выходить на размен выстрела. И доиграть сейвового. Очень хотят БТТХ закончить эту игру. Играют чересчур, мне кажется, аккуратно. Гост. Фейк раскидка на мид. Хороший хэдшот от зеншота по Дэвил Джону. И пошла. У нас раскидка на аплент. Заход. Полнейший. Отстреливается также Кустарник, который был последним камнем преткновения на апленте. И оставшиеся три льва будут поборются еще за этот раунд. Гост очень неудобную позицию занимает, но все-таки справляется со стрельбой. Тут же разменит его снова. 2 в 3 ситуация. Граната в плент. Эвакор. Какой хэдшот по основе. И остается один Руди. Ну, этот парень ничего пока что экстраординарно не показывает. 9-18. Вряд ли он возьмет этот раунд. Потерялся. Просто потерялся Руди. Кто по нему стреляет, откуда. И 15-й раунд для БТТХ. Что ж, последний раунд, денег у львов осталось не так много. Даже если они возьмут этот раунд, на следующий денег у них просто не будет. Эвакор! Какой минус я сейчас пропустил? На медле попадает в голову пролетающему даже на релаксу. Я даже посмотрю специально, где этот минус. Да, он стоял, вот, точнее прыгал вот здесь вот релакс. Ну и вот такая звездочка. Остается один Руди. Отстрел полнейшей команды Immortal Lions. Загнали Руди на мид. Есть инфа по нему. Как-то пытается он воевать. У загнанного зверя хуже здорового. И все-таки забирает он последнего. Противник забирает КГ Руди. И это 16-10, победа команды БТТХ.